Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить из Урона Кисики. И в прошлом эпизоде мы выбрались из храма Луны, и сейчас направляемся по срочному запросу в Майнс, где нас хотят увидеть местный мэр, потому что потерялся шахтер, который подправился в Кроссбелл и не вернулся. Ну, давайте разберемся, что к чему. У меня даже отдохнуть в машине, дают пополнить хп ману. Е-е-е, дропы. Никогда такого не было, и вот опять. Что ж, вот мы и здесь. Как ожидалось, прибыли быстро. Давайте поторопимся и спросим мэра города о деталях. Да, на? Как скажешь, чувак. Если я правильно помню, это был дом в конце этой улицы. Спасибо, что напомнила, Эли, но мы вроде как помним. Да, Ники, так и получается. Эй, отдохнуть в машине. Не, не дадут, ну ё-моё. Ладно, ладно, ладно. Поехали, поехали. Люблю в Майнце музыку, такая прям очень ух, расслабляющая. Кстати, да, за кадром я немножко поменял сетап эквипа. Я выдал Рэнди еще один эвергрин вместо экипировки на Сиви, потому что все равно, по сути, ему эта экипировка не нужна. У Элли я забрал Гладиатор Белт, дал ей Silence Blue и отобрал у Тио как раз таки Silence Blue и выдал ей Грей Локет. А Грей Локет я выдал ей, потому что... Хотя, слушайте, а зачем ей Грей Локет, если я его использую на ней? Типа, как бы Silence Blue раз защищает от всего, что... А, хотя нет, не защищает. Deep Oak защищает от силы Мьюта. Ведь что, ей больше ничего не нужно. Нафига ей Грей Локет? Непонятно. Обратно, чтобы все вернуть. Более-менее сравнять по атаке ее с Элли. А Эвергрин у меня еще одного нет, да, разумеется. Можно просто эквип на скорость выдать, конечно. Либо обратно вернуть Гладиатор Белт. Не знаю, что-то я запутался, короче. В идеале, конечно, надо какую-нибудь CP-шную штуку дать Ллойду. Тио был Гладиатор Белт выдать же. А, да, точно, точно, потому что она CP использует чуть чаще, чем Элли. Да, ты прав, спасибо, Демарик. Ну да, по скорости это более-менее все сравняется. Окей, поехали. Прошу прощения, мы специально службы содействия. О, Матилтайл! О, ребят, я вас ждал. Спасибо. Простите, что проделали столь длинный путь. Честно, я хотел сам к вам прийти и увидеться, но... Да нет, мы сами были неподалеку здесь по делам, так что решили воспользоваться возможностью приехать к вам лично. И можно спросить у вас подробности этого поручения? А, асватте куретамай. Да, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, пока нальем немножко чая. О, спасибо, это так мило с вашей стороны. Чай — это хорошо. Нарухото. Ага. Дева, соно Ган-сан тою коин га... 2 недели назад в Кроссбелл. Значит, этот шахтер, мистер Ганс, ушел в Кроссбелл 2 недели назад и с тех пор не вернулся? Воу! 2 недели назад и не вернулся? Очень странно. А, сонанда. Да, верно. Никак дайно гамбурзкидене. В любом случае, он огромный фанат азартных игр. А, казиношник. Да, помню такого. Суремаденимо, чуматно табини. Кроссбеллの歓楽街にあるカジノに遊びに行っていたようだが. Он каждые выходные уезжал в развлекательный квартал Кроссбелла, но. Солига,
何の連絡もなく2週間も帰ってきてなくて。От него нет никаких вестей в течение уже двух недель. 何かあったんじゃないかとみんなで心配しているんですよ。Что это залип мужик? Я думаю, что он не столько залип, сколько это просрал все имущество и теперь не знает, что делать. Кстати, у нас тут новый смайлик на канале появился, который я сам добавлял, специально именно канальный, вот такой вот. Надеюсь, вам понравится, не знаю. Все беспокоятся, и им интересно, может быть, с ним что-то случилось. Это определенно беспокоит нас. Может быть, он попал в какую-то заварушку, а возможно, есть какая-то причина, по которой не может вернуться. Надеюсь, что, по крайней мере, его не атаковали монстры, которые появились за пределами города, но... そういや、その行員がギャンブルで大勝ちした可能性はあるんじゃね。Кстати, может быть, этот шахтер проигрался по полной в какие-то азартные игры? それで、今頃ミシュランあたりで女連れで豪遊してるとか。А, наоборот, сорвал куш, понятно. В таком случае, скорее всего, он сейчас находится в Мишеламе, пытаясь жениться на любой женщине или что-нибудь такое. Рэнди, не суди о людях по себе. Я... ランディじゃないんだから。Нет, на тебя он не похож, знаешь ли. でも、可能性としてはあり得るかもしれませんね。Однако такую возможность не стоит отрицать.残念ながら、その可能性はないと思うんだがね。Не хочу вас расстраивать, но не думаю, что это возможно. それはまた、どうして? Можно я спрошу, почему? ギャンブル好きだけど、根は真面目な方なんですか?Хоть он и любит азартные игры, может быть, обычно он достаточно серьезен? У Сэзи не мог мазиме туа и гатайга. Ну, едва ли можно назвать серьезным человеком, однако... Гямбру не цуйтева, тоникак, хэтано йокузуки дэне. Когда дело касается азартных игр, хоть ему это и находит, он любит это, он в них просто ужасен. Чё-то я невольно вспоминаю это, квест побочный из... Sora Second Chapter, где нам пришлось играть в покер с каким-то мужиком, которого жена хотела вернуть с небес на землю, показать, что он не очень хорошо играет. Помню это дело, помню. Умаке ни цуки мо кан мо най кара, майкай аригане но хотондо усутте кайтте куру курай нанда. Чё, история сейчас будет повторяться, но с ним нужно будет в покер играть? Помимо этого, из-за того, что у него нету какой-либо удачи или интуиции, каждый раз он возвращается обратно ободранный практически до нитки. Нарухода. Цайт, Фетца. Цайт. Z-E-I-T. Цайт. Потому что это немецкое слово «время». Понятно. Ташкани, такаракузи нара уана муару га, гямбру дато дзицрёку му най то оумоке ва музыкаши каму на. Поэтому произносят цайт, а не зайт или зейт. Как-то так. Определенно, если дело касается лотереи, то он и мог, конечно, что-то выиграть, но в случае азартных игр с отсутствием настоящего умения едва ли он может что-то... едва ли может сорвать большой куш. Дева, мачи де сяккин уште, соре га кайсезу ни сиссо тока. Тогда, возможно, он... взял деньги в долг и теперь пытается выплатить его. Со не... Верно, такое тоже может быть. Вы бы вместо того, чтобы гадать, лучше бы это самое, как он называется-то, пошли бы уже спросили, пошли бы по следам. Это ты о ком сейчас, Дамарик? Ну так-то, конечно, да, не одобряем. На самом деле, даже мы подозревали, что такое может произойти. Если так, то как бы связаться с ним? Если бы дело в этом было, я думаю, что мы бы уже услышали на текущий момент. Понятно. Это дело вам доверьте. Ясно. Ну ладно, доверьте это дело нам. В любом случае, начиная с казино, Ганс-сан, на место, 聞き込みしてみましょう。 Картежники ссоры.
Господи, Домарик, нашел что вспомнить, серьезно. Я, конечно, понимаю, что всех неписей помнить надо, наверное, но не настолько же. Истинный кисика-задрот помнит абсолютно всех нипов. Прости, Домарик, я не истинный кисика-задрот. Я просто задрот. А пока что нам нужно начать в казино и поспрашивать места, которые мистер Ганс мог посещать. Аригатай. Дуга юрошику унегай сру. Спасибо. Пожалуйста, я доверю это дело вам. Нанико вакаттара, ватаси но ие ни цусин де реннак ште мораэру ка не? Если что-то узнаете, можете позвонить мне, если что? Э, соре дева, банго хикай сасете итадакереба. Хорошо, только номер ваш запишу. Неужели наконец-то кто-то решил воспользоваться телефоном по назначению? Надо же. Мо югата ка. Уже вечер, да? Соросро, Кроссбелл-ши ни модотта хога йосасоуда на. Я думаю, пришло время направляться обратно в Кроссбелл. У нас стример не тру, отписка. Слушайте, вот я когда устрою свою игру по кисикам, особенно по ссоре, вот там и поссорим, кто нас тру, а кто не тру. Со, не. Кёжу ни кикикоми край ва ште окитай токоро даши. У меня была идея рубрики «Они воевали за вас, вы не помните их имен», которая будет посвящена исключительно неписям. Вот там-то и посмотрим, кто кого переэрудирует. Ну, разумеется, не я вас, а вы меня, но тем не менее. Верно, мы получим больше информации. Нам нужно еще больше информации получить, пока день не закончился. Дойль-сан, онегай декиру? Мисс Дойль, можем мы рассчитывать на вас? Э, о ясуи гойо десу. Конечно, с удовольствием. Соре дева. Давайте вернемся к машине. Все, Олим Флуффи. Эх. Ну, заслуженно, заслуженно, что могу сказать. Да в смысле, дайте отдохнуть-то, ну ё-моё, а? Ладно, ладно. Неважно. Не, Тимур, я об этом еще пока подумаю, кто там будет писать вопросы, кто будет играть. Ой, как минимум, сама идея пока что есть. Скорее всего, Хашмал, Домарик, кто-нибудь еще будут в тестовом забеге участвовать. Большое спасибо за сегодняшний день. Я обязательно отплачу вам этот долг. Да ладно, ты преувеличиваешь. なかなか興味深い体験をさせてもらったぜ. Так или иначе, благодаря вам мы прошли через очень интересный опыт. あの遺跡、総員についてだけど. Эти руины, ну знаете, храм. 一応クロスベル大聖堂に相談してみた方がいいかもしれないわね. Я думаю, что лучше всего будет попытаться проконсультироваться с собором Кроссбелла. そうですね. Там двойное энфетс, да, все правильно. Вы правы. アーティファクト絡みであれば. Ну да, Хашмал, именно так. Если это дело касается артефакта, то мы с этим ничего не можем сделать. Ну да. Ладно, я спрошу заместителя командира, и мы попытаемся придумать, что сделать со сложившимися обстоятельствами. Ребят, вы в городе сами разберетесь? Да. Скнактому. Казино-а-тазнете-миру-цмори-да. Да, в меньшей мере я бы хотел посетить казино. Моси, кейби-тай-но-хо-де-соре-ра-ши-жо-хо-га-аттара, коч-чи-ни-ренак-ште-кре-най-ка? В случае, если у КБК есть информация подобного рода, может, соединитесь с нами? Вакаримашта. Козан-чо-но-ганц-сан-дес-не? Хорошо, мистер Ганс из шахтерского поселка, верно? Соре-де-ва-шицу-ре-шимас. Мина-сан, о-цкаре-сама-де-шта. Ну что ж, прошу меня извинить, большое спасибо за вашу работу, ребят. О, сочкосо оскаре. Ага, взаимно. Машина не может так круто развернуться, пока я такая. Сате то. Соре жа, джиган мо найши. Коно мама казино ни итте миру ка. Что ж, времени у нас нет, поэтому отправимся в казино. Э, соно Ганц-сан тею коин но джохо ацумэнай то не. Да, мы должны получить информацию об этом шахтере, господине Ганце. Сонжа, тот-то-то канлакгай но хоу ни икозе. Ну, давайте быстренько отправимся в квартал развлечений. Ей, казино. Ю-ху.
Да дайте мне в магазин тоже сходить. Ну, ладно, ладно, хорошо. Все хорошо. Скоро броневик может? Логично. Соро-соро казино мой йоруно бука. Пришло время ночной жизни казино? Сонжа, тектоуни особинагара, лейно коинно кикикоми демо сурука. Ну что ж, давайте поспрашиваем об этом шахтере, пока здесь играем. Я даме датте! Нет, просто нет. Сенью соуса демо най но ни, особу хицио а маттаку най като. Мы же даже не агенты под прикрытием, поэтому я думаю, что нет нужды в том, чтобы играть. Тоникаку, джугёин но хито я, окяксан ни кейте мимашо. Так, конечно, давайте поспрашиваем членов персонала и посетителей. Гантсан но шоусоку ни цуйте, наника цкамеру камошире най ва. Может быть, сможем что-то узнать о обстоятельствах мистера Ганса. Эй, эй, лёкай. Ладно, ладно, понял вас. Облом, Рэнди, сорян. Чё, выпустят нас казино-то? Нет, не выпустят. Кто б сомневался. Ладно, неважно. Сюжет так сюжет, спасибо, игра. Я не против. О, вы мистер Ганс говорите? Да, он определенно постоянно наш посетитель. Не так давно он был игроком, который лишь проигрывал каждую неделю, но я думаю, что будет лучше, если вы услышите все детали от владельца. Ага. That's interesting. Владелец. А где мы с владельцем можем поговорить? Наверху, возможно, в баре. Оя, корева минасан. А, здравствуйте. Ранди то еще не особи не корали там деска? Вы пришли поиграть вместе с Ранди? Ие, дитя. Ну, на самом деле нет. Чойто, оуна ни кикитай кото га арун дакедо ю. Мы лишь хотели спросить вас кое-что. Мы пытались спросить о шахтере Гансе, который пропал. Юкуи фуме? Ха-ха, сонна бакана. Пропал? Это абсурд. Кио датте учи ни особи ни ките, аракасе ни ките икаре машта га. Он пришел сюда, чтобы поиграть. Он пришел сюда сегодня, чтобы поиграть, и сорвал куш. Так и есть, Тимур. Это правда? Шикамо, аракасеки-те. Более того, куш, говорите? Ой-ой-ой, она. Что чигай за ней, даруна? Эй, хозяин. Ты никого не... Ты его ни с кем не путаешь? Оре-тачи-га сагаши-тен-но-ва Майнц-но-коин-о-ят-те-ру Шикимо-кам-но-не-яроу-да-зе. Мы ищем шахтера из Майнца, у которого нет ни удачи, ни интуиции. А, мочирон, соно ката но кото са. Да, очевидно, говорите о нем. Нишюкан май ни нару ка. Хисабиса ни као о мисета ка то омоттара. Бецжин но ё... Наттете на. По-моему, это было 2 недели назад, да? Я думал, что... Давно я не видел... С тех пор... Мне казалось, что прошло много времени с тех пор, как я видел последний раз, но он стал невероятно сильным, как будто его подменили. Окагеде учи но дилера ва маке цузуки. 50万 мира курай мотте икаретеру ё. Благодаря ему мои дилеры сейчас в большой... У моих дилеров сейчас серьезные проблемы. Он обчистил нас на 5 миллионов мира. 50万 мира! 5 миллионов мира? Канари но тайкин десне. Это очень большая сумма денег. Ой-ой-ой. Мажи ка ё. Ой-ой-ой, будьте можен. Нанка Ика-сама о яттеру тока, соннан жа нен да ё на. Он же не обманывает вас, нет? Ватаси-тачи мо фро да. Ика-сама га алеба кизуку са. Мы профессионалы, если кто-то жульничает, мы это замечаем. Тоникаку идион канга саетеру уэ ни, ари-най ходо цуки но ёса де на. Так или иначе, помимо того, что он показывает невероятную интуицию, у него просто невероятно высокая удача. Иттай каре ни нани га атта но ка, кочира о ширитай курай нон да. Мы тоже очень хотели узнать, что с ним произошло. Чо-чо-сан кара кейта ханаши то, цуйбун чигатте иру митай да кедо. Похоже, что это совершенно отличная история того, что мы слышали от мэра. Ано, она. Простите меня, господин. Ган-сан ва Коузан-чо ни ва цутто кайтте инай соу деску га. Похоже, что господин Ганс так и не вернулся в Майнц. Тайзай башо ва гозонжи анимасен ка? Вы знаете, где его можно найти? А, соре нара. Ах да, об этом. Сугу чикаку ни ару хотелу ни майнич томатте ораремасу ё.
Он каждый день отдыхает в отеле, который очень близко к нам. それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずです。Если правильно помню, должна быть люксовая комната, люксовый номер на верхнем этаже. あの高級ホテルのデラックスルームですか? Люксовый номер в этом высококлассном отеле? Ой, ой. どんなお大臣だっつの? Воу-воу. Какого миллионера он себе возомнил? Каким миллионером он себя возомнил? Ну, каким-каким? Миллионером, Рэнди, разумеется. Мы-то когда-то тоже им становились благодаря Кампанелле в третьей части, но тем не менее. Но, вероятно, сразу шёлзок га хаммэйшимашта, не? Однако, неожиданно мы нашли его прямо сразу. Сасок, тацнете мимашо. Ага, дайте попробуем навестить его. Подозрительно, подозрительно, очень все это подозрительно. もう日が暮れたか? Уже ночь. とにかく, Ганさんと一度話をしてみないとな. Нам нужно поговорить с мистером Гансом. え、向こうにあるホテルに行ってみましょう. Да, давайте отправимся к отелю. デラックスルームは確か最上階にあったはずよ. Люксовый номер должен быть на верхнем этаже. Казино де оугачи о ште юга ни хотел мураши ка ё. Сорвать джекпот в казино, а затем жить в роскошном отеле? Так, ураямаши жа не ка. Чёрт, я просто горю от зависти. Ранди-сан, сою мундай де ва. Господин Рэнди, вы же понимаете, что проблема не в этом. Это озвучка Тио. Муа, спасибо. Так не в этом дело, Тимур, а в том, что миллионером-то я все-таки стал, пройдя все четыре круга ада. Да дайте мне в магазин. Ладно, ладно, хорошо. Дайте мне слоты улучшить, пожалуйста. Простите. Зеваю немного. Вау, я не знаю, что это за так, у него случайно появился демарик, сейчас я его удалю, секунду. Это должно было быть 100% прохождение, а не One Credit Clear. Бывает. Поехали дальше. Это точно он? Мне просто интересно. Это, походу, реально он. В костюмчике и в окружении прекрасных дам. Хорошо устроился, чувак, ничего не скажешь. Ранди-сан! Господин Рэнди. Да, дядя Рэнди, у меня вебка не работает сегодня. Ара! Осасури, не? Давно не виделись. Гобу саташтерзе! Да, уже действительно давно. А? Нанда умерла? А, вы же кто такая? 失礼します. クロスベル警察の者です. Прошу прощения, мы из полиции. Майнцの ガンさんですね. Может, вы мистер Ганс из Майнца? そうだな. Так и есть. Умера, どこかで 見たことがあるような. Разве я вас до этого нигде не встречал? А? というか, この人. Разве это человек? 軍用剣騒ぎの時に襲われそうになっていた行員さんの片方では? Не тот шахтер, которого атаковали боевые псы. Но... А. あの時の. Так это был он. そんなこともありやがったな. Да, что-то такое припоминал. 思い出したぜ. 確かに警察のガキどもだったな. А, вспомнил. Вы точно те самые копы. А, с тех пор, да. この俺様に何の用だよ? Ну так и чё от меня нужно? その、実は、マインツの町長さんに頼まれまして. Ну, нас попросил мэр Майнца. あなたの行方を探していたんです. Узнать ваше местоположение. 町長が俺のこと? Меня мэр ищет? 一体、何の用だってんだ? Нахрена? Анта... こっちに来たまま 2週間も連絡取ってねえんだろ? Те две недели, что вы здесь были, вы даже ни разу ни с кем не связались, так? 失踪したんじゃないかって、えらく心配されてたぜ。
Все подумали, что вы пропали, и из-за этого стали переживать. それで私たちが捜索を引き受けたんです. Поэтому мы получили запрос, чтобы найти вас. なるほどな. Понятно. よかったじゃねえか. ちゃんと見つかってよ. Ну, вы меня нашли, поэтому все нормально. といってももう俺はマインツなんざ帰るつもりはねえんだが. Как бы там ни было, хрен я клал на ваш Майнц, не пойду туда больше. そうなんですか? Вот как? いったいどうして? И почему же? ха-ха-ха, а чё, раз не очевидно? 俺は手に入れたんだ. てんさいてきなギャンブルの腕をね. Я получил умение гениального игрока. 腕や勘だけじゃねえ. 女神の幸運も俺様のもんだ. И дело не только в моих умениях и интуиции. Ведь госпожа удача теперь моя славная девочка тоже. 誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての. Да кто после такого захочет возвращаться в этот долбанный провинциальный городок и рыться в этих жалких дырах? そんな. Ну... いいんですか? Вы уверены в этом? みんな心配しているんですから。せめて町長さんには連絡を. Все сильно переживают, по крайней мере, мы могли бы хотя бы связаться с мэром. うるせえ!俺にさせてすんじゃねえ! Захлопни варежку и не говори, что мне делать. もう一儲けしたらミシュラムにでも行くか. Может быть, еще один разик я одержу верх, и тогда я отправлюсь в Мишелам. Ой, он надо мо.週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ. Послушайте, девчонки, я отведу вас в парк развлечений на этой неделе, на этими выходными. 宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる. Можете выбрать любую позицию в тамошних магазинах, украшений, бутиках. Я все оплачу. Хонтодеска? Серьезно? Таношими не сасете морава. Мы с нетерпением будем ждать этого. Да, Намарик, я очень приличный человек. Даме дана, арева. Этот парень безнадежен. Кампегини майянатти амарзе. Он слишком самоуверен. Заннендакедо, чоу-чоу-сан джоу-хио цитаэрушка насасоу, не? Хоть и обидно об этом говорить, но придется проинформировать мэра о ситуации здесь. Ваташ-тачи-га сеттоку-суру тою-но-мо сузи-чигай де-шоу-си. Надеюсь, я не слишком сильно перевирал, когда озвучил пьяницу. Уж простите, если это раздражало вас. Действительно ли нормально с нашей стороны пытаться убедить его вернуться? そうですね。本人の意思もありますし. Вы правы, в конце концов, это его решение. Ллойдо, 何か気になることでもあるの? Ллойд, ты что-то заметил? いや、ちょっとね. Ну, немного. もともと、好きも勘もない、下手の横付きでしかなかった週末ギャンブラー. Игрок выходного дня, который был неуклюжим любителем без удачи или интуиции в целом. どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ. И внезапно он начинает одерживать победу за победой и ни с того ни с сего. Как бы там ни было, мне это делать кажется очень странным. それは. Тоしかに気になる. Да, это определенно странно. Цука. ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぜ. Как бы там ни было, я бы хотел, чтобы он научил меня секретам, связанным с такими победами. ランディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど. Блин, я слышал, что вы не сволох играете, когда дело касается азартных игр. 調子がいい時はな. Пусть звучит это как глоток свежего воздуха. Я буду считать это комплиментом, Наварик. Спасибо, я польщен. Это когда у меня настроение есть. Дага, 2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ. Ну, определенно, я никак не могу играть 2 недели подряд и получать 500 тысяч мира за это.
ジャックみたいな凄腕の賭博師ならあり得るかもしれんが。Ну, это, конечно, возможно, если бы игрок был таким же умелым, как Джек. А это шоусет на ханаши де шо? Это выдуманный персонаж. Ара! Нанда! Мада и танда! Что, вы тут еще шатаетесь? Ой-ой, гоайсац да на! Эй, полегче, дорогуша. Сода, вторитому, скоси ханаши о кикасете куренэка. Кстати говоря, я бы хотел кое о чем вас спросить. Ано ганцте нисан ницуйте нанда га. Это касается этого парня Ганца. Ну, хорошо. И в чем же дело? Что-то касается преступлений? Я, соуджа нега. Нет, вообще нет. Ано нисан, ицуму анна чоуси нану кай? Ну, просто интересно, он всегда вел себя так, как вел сейчас? Икра саке га хайттеру кара тте, амари ни охэй суги я сине га? Да, пусть он и выпил немного, но его грубое поведение было даже было немножко слишком, чтобы его терпеть, знаете ли. Ну да. Таскани сайсоно коро ва асокомаде ивари чирастари ва шите инакатта кедо. По правде говоря, он сильно не потушился, когда только начал. Соно учи дондон эрасо ни натте та ка на. Но со временем он стал все больше и больше распаляться. Учира ва кяксёбай да кара. Аммари кини ва шите най кедо. Мы всего лишь сопровождаем его, поэтому не то, чтобы мы имеем что-либо против. Как видишь, законно, Фэтс. Ничего такого не делают. Сука. Ну ладно. Ано тайду ва саке га хайтти иру кара даке жа най тте кото ка. Значит, это его поведение связано не только с алкоголем. Соре ни штему каре, хонто сугой но ё не. Ну, как бы там ни было, он действительно та еще штучка. Маруде фусерарета кодо га миетеру митай ни кангасаетеру нда моно. Такое было такое чувство, что он может видеть сквозь рубашку перевернутых карт. Возможно, у него действительно невероятно острое чутье. Рулетто нанте сузи о питарито атечау си. Да-да, а еще он мог правильно предсказать номер на рулетке. Дилер но хито тачи но кангай мо минай чаттеру митай да мо. Такое ощущение, что он мог почитать разум дилера. Слушайте, а не может ли здесь быть завязан какой-нибудь артефакт? Или какой-нибудь особый кварц, который ты нашел, не? Это действительно поражает. Сокомаде икто, канто ю йори чоу ноурёк да на. Звучит скорее как сверхъестественная сила, чем невероятно острое чутьё. Нанде соно чикара га оре ни мезаме най нда цу но? И почему вот такая сила в моем теле не проснулась? Тио? Ганцу-сан ницуйтева, шиттеиру ноа соно курай да кедо. Так иначе, это практически все, что мы знаем о мистере Ганце. Соннан демо ни ваке? Мы свободны теперь? Или сговор с крупье? А смысл, Дамарик? Типа, казино от этого сильно в убытке. О, санкс! Казино, какого выгода, какая выгода от этого? Что, типа, реклама, что даже такой неудачник может стать богачом? Но, типа, от ошибки выжившего, скорее. Да, спасибо. Мата хима на токи ни демо, мисе ни йорасете морозе. Я увижусь с вами в клубе, когда найдется время. Китай шинайдо маттеру ва. Звезд с неба хватает в надежде не буду, но буду ждать. Соре жа, матта не! Ладно, до скорого. Ториайзу, чоу-чоу-сан ни ренраку о ирета хоу га ин джанай кашира. В любом случае, нам лучше стоит связаться с мэром. На. Сода на. Да, ты права. Ллойд набрал домашний номер мэра Биксона, который он записал ранее. Моши-моши, кочира Биксен дага. Алло, Биксон на проводе. Домо, токмо-сиенка но Ллойд Баннингс дес. Добрый вечер, это Ллойд Баннингс из СССР. А, это вы. Вы смогли найти зацепку? Сорига. Мы как раз по поводу этого и звоним. Но это объяснил все, что так случилось мэру Биксону. Поверить не могу, такое произошло. Масака, ну, Ганцка, гэмбурде угачи уште, хокью хотель не томатте.
этот Ганс сорвал куш и теперь живет в высококлассном отеле. Сасгани, цремодос сеттук мадева декинакаттан деска. Мы не смогли убедить его вернуть обратно. Ничего, хоукок даке демо то омоимаште. Это поменьше, поэтому мы решили, что стоит отчитаться вам. Эй-я-я, соре де джубен да. Да нет, вы так уже сделали более чем достаточно. Если дело в этом, то я приеду завтра и поговорю с ним напрямую. Почти угадал, Ники, это пачка печенья была. Большое вам спасибо за помощь. Да не за что. И что, и все, на этом гостерям заканчивается? Если мы сможем сделать что-либо еще, то, пожалуйста, соединяйтесь с нами, и мы попробуем помочь. Мы попробуем вам помочь, да. Спасибо, буду полагаться на вас, когда время придет. Что сказал мэр? Ну, он, похоже, тоже удивился. Он скажет, что приедет завтра в Кроссбелл и поговорит с Гансом самостоятельно. Ну, возможно, действительно лучше, чтобы кто-то более близкий к этому парню попытался разобраться с разговором. Тио? Тио? Сакикара шизука дакедо. Нанека кининару кото демо ару нока? Ты молчишь все это время, тебя что-то беспокоит? Нет. Тада, кё ва иро-иро атта ноде. Скарете шиматта митай де. Просто сегодня столько всего произошло, и я немного устала. Сока. Исеки но чоуса мо атта ши на. Да уж, если учесть, что мы до этого еще и руины исследовали. Мо химо курете иру ши, соро-соро сиенка ни каэри машо. Уже ночь, потом, возможно, стоит вернуться в службу содействия. Кия-чан мо матте иру кото да ши. Да и Кина заждалась. Со дес не. Вы правы. Кия но эгао ва мираре леба, цкаре мо фуки тоби соу на ки га шимас. Когда я вижу улыбку Кии, мою усталость как будто рукой снимает. Огеса да на. Хотя немножко преувеличиваешь. Ма, кимочи ва вакару кедо са. Хотя могу понять, что ты имеешь в виду. Яре-яре. Сороин мо соротте оябака тоюка нан тоюка. Overindulgent. Интересное слово. Ну-ка. Indulgent. Он его даже не переводит, фига. Окей, а если в Urban Dictionary посмотрим. Такого слова не существует, чё? Overindulgent. Вау. Офигеть, такого слова нет? Серьезно? Если Urban Dictionary даже его не находит, это уже реально странно. Что я могу сказать? Возможно, имеется в виду, что... Вы только посмотрите на этих сверхзаботливых родителей, возможно. Ладно, давайте вернемся, и чтобы повидаться с нашей... Как я ее называл? Малышкой? Не, не малышкой. Либо с ошибкой написано, либо сленг. Urban Dictionary считает сленг. Скорее всего, это ошибка. Как я переводил-то, господи? Кидо. Кроха. Я перевел как кроха. Че, все, мы свободны? Ну, кстати, у нас хп-то генилось, я только сейчас заметил. Видимо, пока ехали в машине. Вам спасибо. Indulgent, потакающий, снисходительный. Значит, сверхбалующий, видимо, имеется в виду. Спасибо, Тимур. Излишне балующий, может быть. Ага, мне не дают воспользоваться фаст-тревелом. Интересно. Нет, Тимур, нету. Если ты знаешь, как ее реализовать, то будет очень здорово. Возможно, я бы лучше сделал это через другого бота, который я никак не запущу. Да ладно.
А магазин, интересно, еще работает этот? Давайте проверим. А, магазины все закрыты, мы не пойдем, пойдем в ССС, там нас Кия ждет. Ладно, ладно, не то чтобы против. Поехали. Тадайма. Фух, мы дома. Катекта! А, вы вернулись. Окари! Кия ва ицумо генки да на. Так как всегда полна энергии, Кия. Кия генки да йо? Ага, Кия всегда полна энергии. Райдо тачи ва усокатта не. Ошигото исогашкатта но? Не задержались, были заняты с работой. Мама кашира. Ну, более или менее. Ма, кёва идоуни крыма уцкайта кара. Соно ими дева таскатта камо на. Ну, хоть сегодня мы воспользовались машиной для перемещения, в каком-то смысле мы даже это неплохо пережили. Десне. Верно. Не-не, Тио. Эй, Тио. Нанка цкарета као штеру кедо. Дайжобу? У тебя какое-то очень уставшее лицо. Ты в порядке? Эй. Дайжобу дес. Да, я в порядке. Кия но као о митара генки ни натчаймашта. Когда видел тебя, Кия даже немножко оправилась от усталости. Кия? Ну зачем вы это делаете со мной? Кия. Кия, генки дакара Тио ни усаваке ште агеру не? Раз уж Кия полна энергии, то она поделится ею с Тио. Сори-сори. О, тиска-тиска-тиска. Нарухода, не? Вот оно что. Ташкани, соиц ва кикисо да на. Похоже, действительно помогает. Нани йори на токкояку камоширенай ва не. Даже, наверное, лучше, чем любое лекарство. Аригато, Кия. Спасибо, Кия. Генки. Дете кимашта. Чувствую себя перезаряженной. Сокка! Здорово. Соеба, качо ва мада каэтте най но ка? Кстати говоря, а шеф еще не вернулся? Качо нара соко на хеа ни иру йо? Шеф? Он в той комнате. Саки окексан га ките о ханаши штеру митай. Недавно пришел какой-то гость и похож на с ним разговаривает. Окексан? Конна джикан ни мезраши на. Гость? Редкое явление в такой час. Донна хито датта но? Что это за человек? О хине га хаэта кумасан митай на ожисан. Это старик, это старый мужчина, ну это мужчина в возрасте с бородой и выглядит как медведь. А, Ян Гримут. Качо ва сенсей те йонде та кана? Полагаю, шеф назвал его нотариусом, юристом. А, Ян сенсей ка. А, это господин Гримут. Мезураши на, конна джикан ни. Довольно необычно в такой-то час. Ичио, ваташи тачи мо айсацу шита хоу га йосасо не. Будет лучше, если мы сами его встретим. Ваташи ва юшок тобан дес кара. Сочира ва омакасе ште окимас. Ну, полагаю, стоит оставить это дело вам, пока я займусь ужином, раз уж сегодня моя очередь. Дайжобу ка? Нанаттара, юшок тобан курай, оре га кавару кедо. Ты не устала? Если хочешь, я могу тебя подменить? Ие. Суде ни шита гоширай ва сумасете аримас кара. Нет, старт, ну, первоначальная подготовка уже завершена. Кия, бан гохан, мон скоши матте кудасай. Кия, пожалуйста, подожди немного перед ужином. Даттара Кия мо тецудау. В таком случае Кия тоже поможет. Соу деску ка? Вот как. Соре дева йоросику онегай шимас. Ну что ж, буду рассчитывать на тебя. Это мы так и не узнали, Фэтса. Пока же для нас это тайна. И Тия ушла. Ну что ж, о том, зачем нам, к нам пришел Ян Гримвуд, о чем он решил с нами поговорить, мы узнаем в следующем эпизоде. Можем прощаться. Большое спасибо за ваше внимание, уважаемые зрители. До новых встреч, новых эпизодов «Зеленой кисики». Увидимся.